Шах и мат. Советской модели образования поставила цифровая трансформация. Теперь сельские школы ничуть не отстают от ведущих городских. В Ишевский многопрофильный лицей поступила новая техника. Отсюда ноутбуки поедут и в другие районы области. Только за этот год 2500 компьютеров будут распределены в учебные заведения. И вот в этом году 89 школ города Ульяновска и Ульяновской области получают компьютеры и МФУ. То есть, по сути, каждая школа получает компьютерный класс, который состоит из 28 ноутбуков и одного многофункционального устройства. Сам пункт приема тоже не остался без внимания. 30 новых компьютеров зачислены на баланс лицея. Обновка пришлась очень кстати. Планы у школы грандиозные. Создать центр технического творчества, развивать уже действующую точку роста. Да и большая часть доп. Образования перешла на дистанционный формат. Вот уже даже в этом году, если мы проанализируем ситуацию за сентябрь-октябрь месяц, даже Всероссийская олимпиада школьников сейчас уже переводится на дистанционный формат проведения. И сейчас часть предметов мы уже апробировали в такой форме. Поэтому, а дальше это будет все только совершенствоваться. И думаю, что это никуда не уйдет, оно так и будет дальше развиваться. Современная техническая начинка ноутбуков позволит ребятам освоить новые IT-направления. Теперь по плечу работа в графическом редакторе и создание собственных программ. А если нужно узнать информацию в интернете, поиск не займет больше пары секунд. Во-первых, эти ноутбуки – это представители нового поколения вообще всей техники, так как в них стоят одни из новейших процессоров, то есть это процессоры 10-го поколения Intel. Компьютеры уже смогли получить Меликесский, Николаевский, Павловский районы. Закупают технику по нацпроекту образования. Александра Никитина, Даниил Сурков, Управда ТВ.